Здравствуйте, мои дорогие, прекрасные дамы. Меня зовут Татьяна Кожевникова. Я основательница интимной гимнастики в России и в других странах мира. Свою программу я разрабатывала более 20 лет. И сегодня я отдаю вам свои знания, умения и навыки. И предлагаю вам свою новую программу под названием «Пробуждение настоящей женщины». Программа заключается в том, что мы с вами развиваем нашу суперсексуальность. Мы становимся очень притягательными для мужчин, становимся магнитом для мужчин. И вы можете сейчас задать вопрос, как это возможно? И вообще, что такое сексуальность? И, конечно, многие женщины считают, что сексуальность зависит от вашего внешнего вида, от вашей красивой одежды, от ваших красивых форм тела. И это тоже правильно. Но, тем не менее, вы не обманете природу, физиологию женского организма. Вся сила женщины, ее сексуальность, ее притягательность зависит от ее интимной сферы. А наша матка отвечает за наш магнетизм, привлечение в свою жизнь любимого мужчины, за привлечение желаний. И матка – это такая магическая мышца. Она и мышца, которую мы тренируем, и в то же время она обладает энергией, повторюсь, силой притяжения. И очень важно, чтобы у женщины этот центр был всегда раскачан, всегда было там тепло и наполнено. Яичники – это железы, которые отвечают за гормон эстроген. И чем больше у женщины работают эти железы, тем больше женщина излучает эти флюиды женственности, сексуальности. Она очень всегда наполненная и очень оргазмичная. У нее очень яркие по-женски оргазмы. И поэтому моя программа направлена именно на раскачку матки и наших яичников. И там будет маленький комплекс упражнений, которые дают быстрый эффект, повторюсь, вашей наполненности, вашей сексуальности. И мужчина, видя такую женщину, он не может на нее не обратить внимания. Среди этой массы женщин вы всегда будете заметны. Вы будете излучать это сияние сексуальности, сияние женственности. От вас будет идти мощная харизма. Вы будете неординарны. И, конечно, вы затмите любую женщину. Я желаю вам, дорогие мои женщины, всегда оставаться гипер-супер-сексуальной, всегда быть по-женски здоровой, всегда сохранять свою молодость.